Взял вот такие вот светлячки на батарейках. Теперь их надо вытащить и поменять местами. Ну а теперь они будут гореть. Интересный красный завораживающий цвет. Ну и что? Теперь этот светлячок поставим в звоночек наш и прицепим его. Вот сюда. Не, карасик. Ну, я же тебе говорил, что там что-то сидит. Раз макуха, значит, он сел и сидит, ждет тебя. А это с двумя крючками? Да. Красивый карасик. Ну. Это тот, который дергал. Ты предлагаешь? Не знаю я. На фидер можно вцепить? Да. На фидер можно вцепить убийцу карася. Самое интересное, он хоть сам-то видит, куда он едет или нет? И главное, такая скорость! Еще ночь не закончилась, но наши светлячки закончились тоже. Чтобы крючок не зацепился и не перехлестнулся, вот сюда немножко прикормки и замазал я. Ну, красавец. На, ты я тапки заберу. Давай. Ну все перепутал. Давай. Три удочки перепутал. Молодец. Так это короб, он еще карась. На убитый, да? Нет, все на макуху. Там такая таранька, смотри. Я бачу. Вот такие наши результаты. Все, будьте здоровы. Ни хвоста, ни чешуи.